Алексей Ушаков – это представитель, мира кино который с каждым годом обретает все большую популярность. Это неудивительно, ведь парень обладает невероятной харизмой и талантом. Часто о молодых актерах невероятно мало информации, нередко артисты сами скрывают подробности собственной жизни. Но в основном это происходит из-за малой известности. Так произошло и с Алексеем Ушаковым. Родился молодой человек 2 сентября 1994 года. Правда, мало кому известно, в каком именно городе и стране он появился на свет, однако известно, что семья его ничем не отличалась от других. Он отучился в среднестатистической школе, а после предпочел стать профессиональным актером. Так, в 2012 году Алексей отправился поступать в ГИТИС. Без особого труда прошел отборочные испытания. На режиссерский факультет Российского университета театрального искусства обучался в мастерской Хейфица. Стоит отметить, что начинающий актер выступает не только в роли актера театра и кино. Он был телеведущим программы «Навигатор», которая транслируется на телеканале «Карусель». Некоторое время снимался в известном всем проекте «Понять и простить». Также нередко выступает на сцене театра имени Владимира Маяковского, где в основном играет Федьку в спектакле «Отцы и сыновья». Однако настоящая популярность Алексею Ушакову пришла после второстепенной роли в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки». Интересно то, что в 5-м юбилейном сезоне парень получит одну из главных ролей, его даже называют основным демоном сезона. Возможность эту он получил после того, как на него обратили внимание режиссеры. Также повлиял на это скандал, связанный с уходом Александра Петрова, который рвался получить признание в Америке. О личной жизни Ушаков практически нет никакой информации в интернете, не делится данными и он. Однако, если анализировать социальные сети актера, то можно практически со 100% уверенностью сказать, что на сегодняшний день Алексей одинок.